Приветствую вас. Ответ на самом деле достаточно прост с точки зрения психологии. Чтобы понравиться коллективу, нужно а. нравиться себе, б. заниматься тем делом, которое вызывает у вас живой интерес. Вот. То есть это вот по сути те вещи, которые необходимо вам учесть обязательно. Обязательно в любом случае нужно учесть это, потому что без этого вы никогда не понравитесь ни одному коллективу. Вот. То есть, как принять, как понравиться себе и как заниматься любимым делом, как найти любимое дело, это уже вопрос, который требует более тесного взаимодействия с вашей личностью, с вашей индивидуальностью и так далее. Но ключевым моментом является именно это. Понравиться себе и заниматься делом, которая вам, ну, собственно, вызывает ваш живой интерес, да? Дальше. Вы говорите про людей, которые постоянно над вами, ну, выводят вас на конфликт. И, значит, то, что вы в этот конфликт как бы вписываетесь, да, и, соответственно, потом получаете что-то негативное. Смотрите, здесь момент какой. Во-первых, конфликт любой невозможен без второго участника. То есть, ну, без двух сторон, как минимум. И можно ли говорить о том, что вы, вступая в конфликт с тем, кто вас пытается вывести на него, по сути делаете свой выбор? То есть вы делаете свой выбор в пользу конфликта, почему-то, для чего-то. Я не знаю для чего, я не знаю почему, но это делаю. Вот, и на мой взгляд, вам нужно для себя вот эту вот ответственность свою личную за конфликты брать. Потому что сейчас вы находитесь в такой позиции жертвы, то есть, типа, меня вывели на конфликт, я ни в чем не виноват, я ничего не делал, меня вывели на конфликт, я, собственно, повелся и, соответственно, что-то произошло. Ну, то есть, произошло вот то, что произошло, как бы. То есть это позиция жертвы и безответственность по отношению к себе и к тому, что вы делаете. Вот, то есть подобное, на мой взгляд, конечно, неприемлемо. Абсолютно, именно потому что представляет вас, ну, в таком вот свете достаточно негативно. Дальше. Значит, так, у меня никогда не получается найти общего языка, пишете вы в коллективе. Но опять же, о каком именно общем языке аноним идет речь? Если мы говорим про личные отношения, то они вторичные, потому что, ну, на работе все-таки люди занимаются своей профессиональной деятельностью. Вот, если мы говорим непосредственно о личных отношениях. Если мы говорим о профессиональных отношениях, то они, профессиональные отношения, выстраиваются по принципу сперва дело, потом слово. То есть вот вы какой вы профессионал, такие отношения. Такие отношения.
То есть вам нужно быть ценным сотрудником, тогда вы станете для одних хорошим коллегой, для других станете опасным конкурентом. То есть кто-то вас будет любить больше, кто-то вас будет ценить больше, кто-то будет ценить вас меньше или вообще не любить, не ценить, это нормально. То есть чем более активную позицию вы занимаете, тем более диаметрально противоположными становится мнение о вас. К этому нужно быть готовым. Это неизбежно. Дальше. Либо надо мной подшучивают, либо не воспринимают вас вообще. Подшучивают люди, как правило, над тем, что отрицают сами. То есть, если над вами подшучивают, значит, человек не принимает что-то в себе, отказывается принимать что-то в себе, не желает этого делать, не желает принимать что-то в себе. И, соответственно, ну, это проблема для него, то есть это с одной стороны. С другой стороны, очень важно, как вы реагируете на то, что над вами подшучивают, да, то есть задевает вас это, если задевает, то чем задевает, вот, тут важно обучиться навыкам бесконфликтного общения и, например, принцип амортизации существует, достаточно хороший, который помогает как бы амортизировать вот подобные шутки. Но в целом это ваша неуверенность в себе. В целом это то, что вас задевает. То есть вот именно задевает вас, задевает. Вам неприятно становится от этих шуток. Это вот, конечно, одна из ключевых, один из ключевых моментов. Вот. Дальше, я постоянно переживаю, я не очень здесь, если честно, понял, что вы имеете в виду, кто переживает за вас, да, конкретно. То есть вы говорите, что подшучивают, не воспринимают всерьез, кто переживает, не очень понятно, кто переживает. За вас коллеги переживают, либо вы переживаете. Если коллеги переживают, тут надо выяснять, если вы переживаете, тут опять же нужна причина, почему вы переживаете, из-за чего. Я очень хочу чувствовать, что я хоть чуть-чуть нравлюсь людям, а если я этого не чувствую, соответственно, могу настроить себя быть дружелюбным. Я очень хочу чувствовать, что я чуть-чуть нравлюсь людям. А зачем? Ну вот серьезно, зачем? Вы говорите, что хотите нравиться людям. Что для этого нужно, как вы думаете? Ну, для того, чтобы нравиться людям, что для этого нужно? Для этого нужно, на самом деле, нравиться себе, опять. То есть, вам нужно людям что-то дать. Для этого необходимо увидеть ценность в себе самом. Если ценности в себе самом вы не видите, то как людям вы можете понравиться? Чем вы понравитесь людям? Чем вы можете понравиться людям в таком случае? То есть это, конечно, вот такой парадокс. В норме подобная история, она регулируется родителями, то есть родители, как правило, дают первичный базовый материал для того, чтобы человек себя любил. Вот этого, судя по всему, не было. То есть вы негативно для себя интерпретировали и продолжаете интерпретировать, я так полагаю, те вещи, которые идут от родителей ваших. Вот. Ну, то есть, опять же, с этим нужно работать, это нужно корректировать. Дальше. Соответственно, не могу настроить себя быть дружелюбным. Понимаете, дружелюбность никак не зависит от того, нравится ли людям или нет. Дружелюбность – это определенный взгляд на людей, это определенная позиция, это определенный посыл, который вы
демонстрируете людям. Дружелюбность — это не реакция на симпатию. Дружелюбность — это изначальная позиция человека. И от реакции людей на него не зависишь. Знаете? То есть, если вы не хотите быть дружелюбным, не можете быть дружелюбным, либо если ваша дружелюбность, она является только лишь реакцией на симпатию, то это не дружелюбие. Это именно реагирование. Постоянно в коллективе находятся люди, которые меня специально выводят на конфликт. Я берусь, после чего и с остальными тоже не общаюсь. Про это я уже сказал, здесь посмотрите треугольник Карпмана в интернете. Единственное, что хотел бы уточнить, а почему с другими-то не общаетесь, из-за чего? Вообще у меня мало друзей, они выписали, не очень понятно, что вы имеете в виду, много и часто. Мало друзей означает, что у вас мало общего означает, что у вас мало интересов. Вот, мало интересов — это означает, что вы мало чем занимаетесь. Мало, если это так, то это означает, что вы свои желания опять же подавляете. А я с этими друзьями перестал общаться совсем, новых друзей нет, поэтому чувствую одиночество, мне скучно жить. Подавленные желания у вас имеются, к сожалению. Вот, ну и соответственно с эмоциональным интеллектом нужно вам работать. То есть если вам вот скучно жить, как вы говорите, то эмоциональный интеллект — это то, что, ну, то, что необходимо. Вот, именно эмоциональный интеллект необходимо вам корректировать. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Ну вот именно исходя из того, что вы написали сейчас. Вот. То есть скука — это подавленное желание. Такие дела. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!